Вот и доброе утро следующего дня. Сейчас расчехляемся, открываем шторки, посмотрим, какая погода за окном. У нас сегодня что у нас? Мне, кстати, понравились так вот эти вот шторки. Вначале вот цвет покажу. Вот такой вот у них цвет. Специально сделали. Вот дерево это очень хорошо сочетается. Так, что у нас сегодня там, какая погодка. Ой, опять хорошая погода, здорово. Сегодня опять нам будет хорошо и комфортно. Меня радует очень в этом домике, это обилие окон. Там мусор проверяет, есть или нет возле нашего домика. Приезжает уборщик с тачкой, вот с такой, видно его в окошко. Вот, и выносят весь мусор с территории. Каждое утро наблюдаю его. А вот здесь окно. И вот здесь еще окно. В общем, много света. Прекрасный вид из каждого окна. И это, конечно, чудесно. Тоже создает хорошее настроение и приятную атмосферу. Буду скучать за этим домиком. Очень он мне понравился. Номер 19. Все, повез мусор. Здорово. Чистота здесь везде. А я уже приняла душ. Немного подкрасилась. В общем, собираемся мы на завтрак. Ой, смотрю, глаза красные. Надеюсь, пройдут сейчас за минут 15. Только вышла из душевой кабинки. Хотела сказать про халаты. Какие они хорошие. Настоящая хэбэшка. Выходишь из душа, накинула, и полотенца не надо. Водичка вся впиталась, так хорошо. Хорошие халатики. Но я их использую только после душа. Но смотрела, что некоторые постояльцы вот. Были тут двое человек, ходили по территории на улице. Ну, не знаю, может быть, но я их использую только после душа. Чистенькие. Сейчас накупала Никитку и тоже ему примерила халат. Ему что же полагается? Выходи. Так вот, Никитке халатик. Прям в пол. Ну, здорово. Вместо полотенца. Тебе понравилось? Понравилось? Видишь, как тебе красиво? Посмотришь, вот смотри сюда, в шкаф, в зеркало, давай. Нет, сюда, сюда. Вот здесь вот шкафчик. Смотри, как тебе хорошо, посмотри. О, как раз на тебя. Видишь? По тебе халат. Ты что такой озадаченный? Никогда халатов... Ну да, халат у тебя всегда был маленький. Это прям огромный. Ну здорово, здорово. Ну все, волосы быстро посушила феном. Чуть-чуть я здесь не досушила. Надо уже бежать на завтрак. Этот завтрак был такой же, как вчера, только вместо каши дали аж по 3 отварных яйца. Ой, среди деревьев скрылся. Никитка любит наблюдать за вертолетиками и самолетиками. Тут следом еще один летит. А этот хорошо уже видно. Ну что, я собрала уже вещи наши. До выезда осталось 45 минут. Быстро я справилась. Так что эти 45 минут мы можем сейчас спокойно пойти погулять. Мой походный рюкзачок. Такой удобный, хороший. Я его везде вожу. Вот. Что я хочу сказать. Нам очень понравилось. Так. Да, это как раз таки администратор позвонила заранее предупредить, что в 12, чтобы мы не забыли, что в 12 выезд. Вот, хорошо. Так, и что я хотела сказать. В общем, нам очень понравилось. Дороговато, конечно, но 7 тысяч в сутки с бассейнами, как я говорила, да, вместе с аквапарком. Все вот это включено в завтраки. Вот, сутки 7 тысяч. За двое мы отдали 14. Вот, дороговато, но
Сейчас везде все дорого. Куда ни поедешь, куда ни полетишь, отдых сейчас везде дорогой. И уж на чем-то сэкономить, подкопить даже на сутки, к примеру, 7 тысяч, можно себе позволить. Нужна такая перезагрузка, смена обстановки для положительных эмоций, для подпитки, особенно вот подпитки от такой вот красоты на свежем воздухе. Это просто необходимо. По крайней мере, нам это было очень необходимо. Я, когда приехала сюда, я сразу настроилась не искать недостатки. Недостатки, да? Поэтому я хотела наполняться именно позитивом, что я и делала. И даже то, что у нас входит в стоимость посещения Чудо-острова, да, вот этого развлекательного аквапарка, для меня было сюрпризом. Я когда сюда ехала, я даже этого не ожидала, поэтому еще стало радостней, было радостней за счет этого. Я на всякий случай еще обзорчик такой скоро делаю, пока говорю. Мелочи, мелочи, может, они везде существуют. Даже не знаю, как найти мелочи, чтобы придраться к каким-то недостаткам. Паутинки, ну, муравьишки, это, конечно, среди леса домик, это надо ожидать. Поэтому надо всегда держать дверь закрытой, да, вот дверь закрытой, а на окнах москитные сетки. Вот, паутинки где-то есть, но это снаружи домика, снаружи, потому что он в лесу, среди леса. Вот, паутинки, листики там на крыше, я даже не знаю, как это показать, объяснить. Ну вот, например, подоконник, да, вот, но это снаружи. Естественно, падает все с деревьях, как бы. Но внутри чистота. Внутри все чисто и хорошо. Спасибо этому дому. Поедем в свой. Так, мы еще немножко решили продолжить съемку. Показать кафе. Мы здесь уже позавтракали с утра. Вот, вкусно, хороший завтрак. Ну, я не съедаю все, что дают. В общем, не сказать, что прям супер, если сравнивать, например, с отелями, где все включено, где мы раньше отдыхали. Конечно, более-менее скромный завтрак. Но голодными точно не останетесь. И еда такая стандартная, российская, можно так сказать. Вот. Кафешка. Калина красная. Калина красная. Все, да, вот здесь вот хорошо видно уже. Вот красивое место, просто хотела показать. Все, на этом мы попрощаемся. До скорых встреч. Всем пока-пока. Хочу показать. Вернулась я с отдыха, и такой ливень пошел. Тошнота, как вовремя я успела отдохнуть, и льет, как из ведра.